А если вы хотите быть счастливыми, то нужно жертвовать в хорошие проекты. Вот у нас есть культурно-образовательный проект «Светоустье», «Свет Гривас». Там люди приезжают для того, чтобы вот делать то же самое. Люди, когда едут куда-то, и там 2-3 дня остаются, вся жизнь их меняется. Потому что они меняют свою жизнь и, ну, получают сильный заряд. Вот Лена, она как бы с нуля просто взяла и построила комплекс на природе. Ну, там еще нуждается в достройке какой-то. Просто на энтузиастах. И там вот проходят сейчас такие ретриты, погружения всякие. Ну, люди приезжают, чтобы потратить время на работу над собой. Нужна помощь, у кого денежки есть, жертвуйте. Или просто свой труд, или стройматериалами там и так далее. 9-10 сентября в Светоусте будет фестиваль творчества. Единение с природой, искусство, творчество, духовность. Вот, пожалуйста, видите, уже как бы результат. Ага. Мой помощник Александр Щетинин заедет в Ригу. Да? Завтра. Я не знал об этом. 12 июля очень хороший преподаватель по йоге в 14:00. Александр Щетинин проведет мастер-класс по йоге. Присоединяйтесь. Это мой ученик. Как бы очень хороший человек. Еще какие-то объявления? Я также хочу вас пригласить, если вы хотите отдохнуть по полной программе. У нас есть фестиваль «Благость» в Анапе. Вот. Там все друг друга любят, все счастливы. 2 недели полного погружения с утра, начиная с молитв, йоги, лекции, вечером концерты, вот эти вот песни, которые вы слышали здесь, это поют мои друзья, моя команда, свои песни, они там также поются на этом фестивале. Вся ваша жизнь изменится. Этот фестиваль потрясающе организован, там и хорошие условия жизни, шикарное питание, очень хорошая забота. И туда приезжают примерно по 700-800 человек. Познакомиться тоже есть с кем. Во всех отношениях. Со всего мира люди приезжают. И с Европы тоже. Кто был на фестивале «Благость», поднимите. Понравился? Понравился. Приезжайте. 20 сентября по 3 октября. 2 недели. Все, все объявления. Сейчас все сели прямо. Я обещал православную музыку.